Всем привет, зрители, подписчики канала на YouTube, Ладюш. Так, ну что, у нас сегодня... Пятница. Пятница? 8 декабря. Почему я спорил, что неправильно сказал? 8, правильно. 7. Перепутал. Так, детки наши маленькие в саду с утра пораньше, как обычно, отвела их, точнее, мы чуть не проспали в садик. Мама сегодня сама подскочила. Папа просто будил меня. Дальше вырубился и все. В 7 часов утра, а я что-то думаю, сейчас 5 минут, как обычно, 5 минут превращается в 45 минуток. И подскочила уже без 15:08, бегом собираться, бегом одеваться, Владика поднимать на тренировку. Ну вообще я проснулся в 6, я уроки немножко написал. А тут Ириша сказал, что свет был включен. Ну-ну, Владик, ну-ну. Я. Да, потом опять лег спать, да? Наверное, да. Владик у нас уже побыл на тренировке, приехал буквально минут 15 назад, сейчас будет кушать, обедать, собираться в школу. Сегодня последний денечек, крайний, и выходные, и два впереди. Ну, когда заканчивать, еще не успели? Через 3 недели, наверное, недели. Ну, как раз в упор где-то. Они заканчивают 29-го вот в этих числах. Они что-то так заканчивают. Кстати, задавали вопрос в комментариях про утренники. Нам пока даты не сказали, когда в саду у нас будут утренники. Где-то, ну, короче, 20-м числом, да, 20-х числа, как бы. А пока точные даты утренников мы не знаем. Еще не объявляли. Может, кто-то знает, но то, что в Финляндии, я правда не знаю, в каком году, 40 лет строили музей Каисма, если я не ошибаюсь. Каисма. Ну, кто-то, наверное... 40 лет строить. Ну, 40 лет уже музей. Может, 40 лет музей или... Ну, может. Строили 40 лет? 40 лет, по-моему, не знаю. 40 лет никто не строит. Наверное, скорее всего, 40 лет музею Каисма. Замерзает долгострой. Долгострой. Так, Владик собирается на школу. Прервалась наша съемка. У нас сегодня кончилась вес на камере. Сейчас прикидываю камеры на... Господи, как его... На компьютер. Будем больше комментировать наш вчерашний влог. Давай, солнышко, собирайся, все. Сережа смотрит кино. Кстати, мы сейчас смотрим, расскажи, что это. Новый сериал «Сотня». Как новый? Четыре сезона вышло. «Сотня», да. Такой, ну я как бы серии не смотрела, потому что где-то занята была, Сережа заключал. Такой интересный довольно-таки сериал, да? «Сотня». Все, готов? Угу. Так, не забудь про физкультуру. У нас сегодня 3. При чем тут 3? Я тебя разобрать. А. А, Б. Тоже витамины. Забыл физкультуру в школе свою. Угу. Так, все. Все, всем пока-пока-пока. Куда ты пока-пока-пока? Выбрались из берлоги. Я не зря же сказала, неужели я выбрался днем. Да, едем сейчас Сережа на работу за деньгами. Затем... Ох, я не взяла. Ладно, просто домой заскочить. Веронике купальник сразу. Доедем почти до завода. 21 век. Деньги получают в кассе. А там все равно все получают. А, там все... А, да. Остаток все получают. Половину. Точно. Половину. Все, поняла. Точно. Забыла. Едем на завод, короче, затем уже Сережа скочим быстренько, наверное, до метро. Если успеем. Еще если я успевать буду. Потому что сегодня с Вероникой на занятия к 4 часам идти. Бррр. Когда эту мусорку огородит, а? Она меня так раздражает. Никогда? Это просто какой-то кошмар. Как здесь видите, да, здесь такие контейнеры ужасные. И мусорки не огорожены. Даже у нас люди на ведь... Мусорки огорожены, по крайней мере, у нашего дома были, где мы выбрасывали мусор всегда. Топаем, да, зима. И то обещают недолго зиму. Стою, жду Сережу. В принципе, здесь уже снимала. Туда заглядывать нельзя. К сожалению, хочется посмотреть, что там внутри. Самой даже. Сережа как-то провалился. Нету. Я уже устала здесь стоять. На улице у нас, кстати, пошел снег. Сейчас выйдем, покажем. Он, наверное, идет. Надеюсь, что это он. Thank you.
наборчики подарочные. Ну да. Ну да. Согласна. Пойдем, в принципе, здесь. Свечки. Наверное, большие были. Ну, большие были, это маленькие. Туда пойдем, потому что туда надо. Хочу сыра. Точнее, не хочу сыра, а хочу дома нету сыра, ни грамма такого на еду. И вообще ничего невозможно выбрать, потому что цены бешеные какие-то. Ламбер 549 рублей за килограмм. Блин, ну, кило 44, головка, они здесь не режут их очень плохо. Я, кстати, тогда видела резанный ламбер. Все равно дороговато. Мы добрали в ленте по 350 вроде бы за килограмм. Разница очевидна. Да. Расскажите нам в комментариях, какие сыры любите вы. И примерно хоть цены на них. Потому что, не знаю, в последнее время выбирать вообще... Вот Арла у нас, мы как бы сами любим, но 275 рублей, как бы мы никогда не покупали такие цены, мы всегда покупали по акции их. Килограмм 665 рублей, всего на все, все удовольствие. Не знаю, значит сыра ничего. Я не знаю, что выбрать можно из сыра, чтобы было недорого и вкусно. И даже армлаку мы брали, вот Аровская, 1,5%, 53 рубля, считай. А мы брали его там по 40, да. Боже, вообще, цены так выросли. Только зарплаты не растут ни на грамм, а цены вырастают с бешеной скоростью. Сыр, вот где сыр? Хочу сыра, и нету сыра. И детям, и дети, точнее, сыр просили. Попробуй купи, называется. С такие деньги. А, нет, значит, ошиблась, не было. Значит, нету резаного ламбера. Я думала, что резанный был здесь сбоку, нет. Что, есть что-нибудь? Ну, это, попробуй. Что-то я боюсь. Что-то я боюсь. Я раз спустя, я вообще не знаю. Это выглядит получше. Это получше выглядит? Ну, это да, как-то... У нас просто еще на него скидка и должна быть. Надеюсь, должна, да? 10 литров, да, по-моему. Ну, попробуем, если... Никакой, 10 рублей, финлайс, 161 рубль. Вот 250 грамм, господи. А может быть 165, это 250 грамм? Это арма. Арма. Лучше его. Давай. Мы хоть знаем, что это за сыр. Давай. Чем? Это вдруг какая-нибудь какашка будет? Так. На кассе расплачиваемся. Итак, ну что, мы уже добрались до дома. В принципе, я уже переоделся, поставил пакеты. Таня побежала, дала ей Вероникину форму, и она побежала за Вероникой. Сейчас я быстренько то же самое. Бум-бум-бум-бум. Покажу покупки с метро. Это, в принципе, чуть-чуть необходимо. И уже пойду за Илюшкой раньше. Так. Бытовой химио. Ну, лайф универсальные салфетки. Вот скидка у меня персонально на эту. Ой, на бытовую химию. И на сметану. Взяли сметану еще. 15% свежая. Свежая декабрьская. 4 декабря. Так, кошки. А, взяли. Больше ничего там не нашла. Так, макаронцами сделали, наверное, скрин лайф. Ракушек и сделаем стейки. Сегодня будет 30% скидка была на Мираторговский на эти. Короче, обошелся, по-моему, 290 рублей. Это полкило. Да. Рамки стоят такие два, по-моему, кусочка большие. Хорошая выбранная цена. Вообще, метро дешевле акции, даже цены, чем... в самом супермаркете Мираторг, и плюс еще вот скидка, в принципе, хорошая. Ну, скидка, я даже не знаю, почему скидка, но сегодня 8 число, тут до 13, в принципе, за этого, не знаю. Так, из бытовой еще салфетки, бокшечки, которыми мы пользуемся. Взяли на ногу такие на стол салфеточки новогодние, Таня убирала. Оп. Кефир «Белый город». Ара салфетки в одну пачку влажные. Так.
Это две пачки масла валивом. Сейчас на Новый год там уже была такая кисло-сливочная. Кстати, у них появилось кисло-сливочное масло. Что мы сейчас едим на годы, по-моему, сладко-сливочное, просто сливочное, а есть кисло-сливочное. Да, там не видно. Так. Шоколадка Линд молочный. Колбаса докторская вареная. Вчера, кстати, дети уминают быстро. Летальная в линии брала. Так, буханка хлеба, как обычно. И уже половину съели. Так, сыр Арва 3 литра. Выбора не такого, нормально. Так, по Milky Way взяли. Вот. Дети, мы еще взяли мандарины, клементины. Вкусные, марокканские, кстати. Пусть кушают. И M&M's такой вот новогодний, но это потом, наверное, уже собери всю коллекцию. Непонятно чего. Кстати, выгодная цена была 160 рублей за 360 грамм. Упаковка. Ну, чем больше берешь, кажется, тем выгоднее. Вот, в принципе, ну, это на потом мы им дадим. Сейчас мы пиво, Таня вчера конфетку купала, и мы ели. Булки ели. Так, в принципе, все. Влог у нас что-то там завис. Короче, заново монтирую его и уже приду, наверное, буду выкладывать его на YouTube. Все, пойду за Илюшей. Погода, мне кажется, у нас все-таки слякоть уже будет. И в воскресенье или понедельник придут дождь и плюсовую температуру. Это вот именно по нашему Брянску. Посмотрим, не знаем. Так, все. Немного покупок показал. Увидимся немножко позже. Давай всем еще раз. Вероника! Всем привет! Всем привет! Скажи, я тут уже упаковалась. Идем с мамой на занятия. Побежали скорей. Побежали, побежали, побежали. Время у нас уже 20:05, как раз сейчас нам 7 минут дойти, 3 минуты переодеться. Мы уже, в принципе, там мама, купальник одели. Мама, а это твои цветочки? Да, я цветочки покупала. Юлия Львовна дарила. Пойдем скорее. Какие они красивые. Красивые? Ну, чем ты сегодня занималась? Икла овощи искала и кушала. А больше ничего не делала. Больше ничего не делала? Нас опять повысыпало, опять, кстати, господи, какая-то аллергия, непонятно на что. Начала ей мазать мазью, которую нам как раз прописывал врач, когда у дерматолога были. Ну давай, сейчас открою, да. Так, отвела Веронику я на занятия, и сейчас иду домой. Сначала, в принципе, думала вообще посидеть там, подождать, а потом там родители все разошлись, дверка, шторки закрыли, как бы не поснимаешь, не посмотришь. Громкий троллейбус. Поэтому решила добежать до дома, попить за это время кофейку, пока Вероника будет на занятиях. Сережа, наверное, уже ушел. Пораньше собирался забрать Илью из садика и дойти с ним до пятерочки. Так, ну что, у нас пошла прямая трансляция. Смотрите меня на их канале на YouTube. А всем привет! Всем привет! Как вы видели, у нас тут было такое большое падение Илюши. Первостанно, видишь? Вот вообще. Все, мама успокоила Кани на ручке перелез. Сейчас будет дубль 2. Так, у нас тут дети разобрали стол, пока мы вели трансляцию. Устроили тут у нас сокопитие. Не чай пить, а сокопитие. Все, прошло, прошло. Все, все, мой хороший, прошло. Прекрати меня, говорит. Катюля! Ну тебя чего? Смотри, ты не упадешь. Это мамка почти не переживет, а робот в сене. Ты что? Да, провели мы, скажи, не запланируем трансляцию, что я сидела, говорю, ну что, говорю, давай, пройдет, пройдет, все пройдет. Проведем трансляцию. Болит, да? Болит? Нет. А что ты смеешься? Уже ничего не болит. Уже ничего. Уже все прошло. Так, иду я переодеваться. А кто меня еще катать будет? Я. И разогревать ужин. Сивой, давайте за стол, Илья. Давай скорее. Все, оставляем на стол, под елку и пошли за стол кушать. Пробросали мне здесь все, что можно и нельзя. Я не хочу. Красиво, все, пошли. Так, мы сели за стол все вместе. Ужинаем. У нас макароны разогрели и стейки. Ты тоже с кетчупом? Да. Я себе совсем чуть-чуть положила, не хочу. Чего так мало?
Не хватит, не хватит, не хватит. А ты что, Юлки? А пусто, знаешь? А? А где она? Главное, Юлюша, Юлка есть. Остальное не надо. Он же сказал, я нашел. Я ж не положила все миски. Так, тебе... На, вот эту кладку Веронике. Тебе забирай одну. А у меня, вот твоя Верочка, кушайте давайте. Так, ну что, всем приятного аппетита. Мам, сейчас. Мам, сейчас? Что сейчас? Стоять говори будешь, всем пока. Стоять будешь? А? Угу. Говори всем пока, Вероника. Всем пока. И скинуть такие лайки. Подписывайтесь на наш канал. Всем пока. До встречи. Всем пока. Молодец. Всем пока-пока. Выбражулька. Всем до встречи, всем пока. Всем пока, спокойной ночи, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на наш канал. Всем до встречи, всем пока, и не забывайте оставить комментарии. Молодец. Всем пока. Пока-пока. И стейк застрял. Во рту? Всем хорошего настроения, всем пока. Увидимся с вами завтра, уже 9 декабря. Пока-пока-пока.